паньки. Я второй раз за сегодняшний день не верю своим глазам. Ремонтируют мост, ставят новые отбойники. Это забитое село Николаевка, по-моему, Никопольский район. И здесь ремонтируют мост. Вот. Я по этому мосту езжу, ну, уже больше 10 лет. Я его никогда не видел. Не то чтобы в таком состоянии. Я никогда не видел, чтобы кто-то хоть что-то с ним делал. Кстати, вот недавно у нас прошли местные выборы. Это первый раз в жизни я вижу, чтобы кто-то что-то делал после выборов, а не до выборов. У нас в городе все делалось до выборов. После все затихло.